С начала учебного года в школах Владивостока проходят проверки качества питания. Накануне качество питания проверили в школе номер 17. Как рассказывают в мэрии, во время рейдов специалисты проверяют качество блюд, состояние столовой, внешний вид персонала, с каким аппетитом едят дети, а также всю документацию. Группы родительского контроля организуют свою работу совместно с администрацией школы, чтобы провести проверку в любой удобный для себя день. Сегодня у нас питаются порядка 30 тысяч детей. Это дети начальной школы, дети с 5 по 11 льготной категории граждан. Поэтому питание запустили, и, уважаемые родители, призываем вас вступать в группы родительского контроля для того, чтобы тоже помогать нам осуществлять контроль именно за организацией питания. Вы можете обращаться как в управление образования, так и в администрацию школы с целью того, чтобы рассказать и проявить инициативу по проверке питания. Все те жалобы, которые поступают к нам, мы отрабатываем оперативно, даем рекомендации и администрации школы, и организаторам питания.